Приветствую вас, дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе, и сегодня на распаковке 6 посылок. Распаковываю я сегодня не один, сегодня мне помогает моя племянница Анвара, и давайте приступим. Начнем давайте вот с этой посылки. Так, посылочка шла у нас, это что? Это у нас... блокнот, шел он, я так помню, шел он 18 дней, оценен он в $2.96. Так, давайте отдадим распаковывать, распаковывай. Значит, дошло довольно-таки быстро. Так, давай ты поаккуратнее с ножом. Так, давай так порвешь без ножа. Экстремалы. Так, давайте посмотрим, что у нас там за блокнотик. Я точно знаю, что это блокнот, поскольку... да, отслеживался трек, хоть и $3, но трек отслеживался. Вот такой вот блокнотик, вот такого типа. Как будто бы такой старинный. Да, он сделан под старину. Ну как тебе? Круто. Лишки, листочки. Как будто бы он уже старый. Ну да, подзастаренный, кожаный такой блокнотик. Симпатичный довольно-таки, недорого, $4, да? Раз, вот так вот закрутили, или как он там был закручен, вот так вот, да, вот, раз, и все, очень симпатичный блокнот. Ладно, едем дальше. Что у нас здесь? Да, да, штурвальчик. Следующая посылка оценена тоже в $4. Вот сколько она шла, я забыл посмотреть, извиняюсь. Так, давайте теперь следующую я распакую. Так, что у нас дальше? Ага, это у нас вот такая штуковина. Это для проверки емкости заряда батареи, емкости заряда аккумулятора. Ее тестик, наверное, сделаю отдельно. Посмотрим, как она работает. Это я заказал для того, чтобы проверить пауэрбанки. Пауэрбанки у меня зависли почему-то в Китае, не отправляются. Списываюсь с продавцом, но скоро придут пауэрбанки, и будем проверять емкость пауэрбанков вот этой вот штучкой. Все ссылки оставлю под видео в описании. Подписывайтесь на канал, смотрите, заходите. А мы идем дальше. Давай следующую посылку. А, пупырчатую. Да, запаковано в пупырчатую. Упаковочка нормальная, идем дальше. Следующая посылка. Открывай здесь. Открывай. Давай. Ну, рви, что там. Да, давай, разрывай. Что там у нас внутри? Это хрупкое, наверное. Да, запаковали, вон завернули в какую бумажку. А, да. Это к моему набору, к походному набору. Это жгуты. Ну, мало ли так. Напоролся на корягу, на железку, еще на что-то. Это жгуты. Накладывает жгут. Ну, вместо медицинского жгута. Вот такая вот штука. Угу. Да, давай руку. Сейчас на тебе поэкспериментируем. Давай сюда. Или рано. Да. Поездить. Так. Ага. Ищу разобраться, как это все делается. Может, я что-то неправильно делаю, наверное. Да, вот так, скорее всего. Раз. Ну, нормально. Ну, как-то так, в общем, делается. Вот, да, для накладки жгута. Такие жгуты. Это вот я хотел одну домой, одну. Походную аптечку положить. Будем ходить летом в походы, на рыбалки. Будем пользоваться этими жгутами. Поехали дальше. Следующая посылка шла 14 дней. Тут у меня MP3 плеера. Давай. Ты знаешь как? Или так, да, отрывай. Вот, положи на пол и проведи ножом вот так вот. Оп. Все, теперь отрываем. Да. Вот так вот. Да, маленькие такие. Доставай. Штучки. Ага, три плеера. Да, видны на них царапины, но это, скорее всего, царапины на защитной пленке. Может быть и нет. Да, тут наклеена какая-то защитная пленочка. Да, снимаем защитную пленочку, все чисто. Так, это MP3 плеер. Ну, конечно, пока шел. Вставляем CD-карту и проверяем. Об MP3 плеерах работают, не работают, тоже расскажу в
следующем видео, вот три таких плеера. В следующем видео расскажу, работают они или нет. Так, отлично, поехали дальше. И остались две посылки. Остались две посылки, давай открываем вот эту вот. Посылочка шла у нас, что-то я не написал, сколько она шла. Да, забыл, оценена она в 60 центов. Ну, наверное, под видео такое? Ты напишешь что-то. Да нет, я под видео напишу, ссылки оставлю, что если кто-то захочет, может залезть, приобрести, кому-то понравится. Что это у нас такое? Это ручка. Это ручка. Да, люблю я всякие такие блестяшки, ручки, ножики и все остальное. Остальное. Давайте смотрим дальше. Да, последняя посылка большая. Ты, подожди, нет, ножом аккуратно. Ты вот так вот раз. И вот так вот, хоп, проведи. Держи. Раз, все. И это у нас. Это у нас. Да, зонтик. Это у нас зонтик. Такой вот зонтик. Зонтик. Зонтик я заказывал не автоматический. Да, он должен быть сверху просто черный. Оба, сверху он черный. Сейчас как-нибудь это сделаю. А внутри небо. Вот такой вот зонтик у нас получается. Да, вот он. Такой внутри зонтик. А сверху он просто черный. Вот, ну в общем, все на сегодня, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, будут еще распаковки, будет еще видео. Всем спасибо, до свидания.